Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Сервал, мы продолжаем проводить Rules in the Sky, The Third. В прошлой серии мы узнали подробности о Паттерматоре и призвали его обратно в Фантазму, и теперь он сопровождает Рен. Пусть не всегда, но тем не менее. Давайте поговорим для начала по этому поводу с Селеста. Рен сильно удивил меня, когда призвала ее друга. Впрочем, пусть подобные вещи являются возможными, неожиданные действия вроде этого в этом мире могут привести к серьезному, к серьезным вещам, вроде как физически, так и ментально, к серьезным проблемам, я так понимаю. Я бы советовал вам не делать подобные вещи больше, чем нужно. Спасибо. Тем не менее, же это еще одна дверь, дорогие зрители. Как вы помните, это была еще одна дверь с испытаниями. Это была еще одна звездная дверь. Именно испытания мы с вами и займемся сейчас. Тобира о кугран то сыру моно йо. Коно саки нива сиден га мачи укеру. Какуго о ю сыру нараба, иза. Те, кто желает войти, для начала должны преодолеть испытания. Но если вас это не пугает, то откройте дверь и войдите внутрь. Давайте посмотрим, что у нас там. Как обычно все, да, скорее всего. Вага сирен ни учикате. Сасреба нанджи ни киоку но кагера то шукуфуку о атаем. Преодолейте испытания, тогда я дарую вам фрагмент воспоминания и мое благословение. Ага. Mirror Vanguard. Прекрасно. Магией не пользуемся, как вы понимаете. Ну, поехали. Ау. Отбросили, хорошо. Заодно все может похилить. Ау, окей, живем. Живем. Здесь многое, могло пойти не так, но все пошло так, и меня это устраивает. Вы, кстати, быстро падаете, по крайней мере, по сравнению с теми, кто были... В прошлый раз в этой штуке, как ее называют. Я опять хейс забыл снять. Да, я опять забыл снять хейс. А, мне же магии нельзя по ним бить, точно. Ускорить. Да, ускорить Клоя, пожалуй. Здесь я ускорю Кевина. С ними справиться проще, чем с теми, которые были на арене, конечно. Но все же это очень неприятно, должен заметить. Ну, уже практически минус 2, да? Moonlight Healing, спасибо. Подождите, мне же сейчас может прилететь в Ричарда Плюха. Ой-ой-ой. Спокойно. Минус 2. Пойдет. Это жестко, конечно. Так, Хлоя, нам нужно, срочно нужен хил. Всем. Причем. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой, как это было близко! Ё-моё! Зря это сделал, очень зря. Ау. Окей, это было несложно. Поехали. Ну и все, нарезаем тебя на салатик, друг мой. Нет шансов вообще.
Эл. Эл. То есть все-таки даже Тита почему-то ощутимо шустрее, чем та же Клоя. Я не понимаю, с чем это связано. Видимо, у самого Булгира статы скорости сильно выше, чем базовые статы у всех остальных. Уж очень он быстро ходит. Йокзо Сиден ни учикатта. Коко ни киёку но какера то шукуфуку о атаэн. Определили испытания, потому я дарую вам фрагмент воспоминаний и моё благословение. Ей! А вот эту дверь я ждал, кстати. Кайто Би, чёлса репорто. Исследовательский отчет о фантомном воре Б. Соно ханзайреки, ойоби кейреки ни кансиру коусац. Его преступление, его история и его истинная личность. Империаль Кроникл, чёлса чим, хэн. Исследовательская команда имперских хроник. Однако, здравствуйте. Вареварено-сюсюста-обитадаши-сириога-шоу-сыру-тоори. Кайто-би-но-тейкок-де-но-кацяк-нива-ханабанаши-моно-га-ар. Фантомный вор Б имеет достаточно длительную, продолжительную и продуктивную карьеру в воровстве в Империи. Так как количество записей, которые у нас было о нем, обнаруживают, что его преступление... что это его преступление, преступление без каких-либо сомнений. Wait, as the amount of records we have been able to find on his crimes proves beyond a doubt. А, ну да, понятно. То есть, фантомный вор Б имеет достаточно длительную и продуктивную карьеру в воровстве в Империи, так как количество записей, которые нам удалось найти о его преступлениях, подтверждают, что это, в этом нет сомнений. Тейкоку-бижюцкан-ни-сюзоу-саре-тей-та-су-тен-но-кайга-ни-хажимари. От бесчисленного количества картин, которые находятся в имперской галерее искусств. До пристала септия, которого держали в... Господи... таможенном складе империи. Тейкоку-гун-но-кенкью-истец-кара-ва-син-гата-сенша. И даже до современного танка, который держали в исследовательском в центре имперской армии. Тот еще тролль, я смотрю. Карено мукау токоро хитоцу тоште, бузи на моно ва накатта. Ничто не может считаться действительно с, безопасно упрятанным, если он желает украсть это. Агеку ва сэйнэн шоукоу ни бакете партии ни сэннюю ши, сару коужаку фужин то какеочи маде штейру. Его победы не ограничены... неодушевленными объектами. Он также обвинялся в том, что притворялся военным офицером или развивал отношения с женой маркиза в одном из случаев. Скажи, коко га фукакайна токоро нано да га. Ка то итте каре га риеки о агета ёсу ва соре ходо накатта. Впрочем, и это является наиболее странной частью, нет железобетонной уверенности в предположении, что он получил хоть какую-то выгоду от его преступлений. Назенара тайтейно баай, каре но те ни какатта буппин ва, мочинуши га митара сиссин шиканэнай йона, тондемонай башо ни окизари ни сареру ка. Более то, наоборот, объекты, которые он украл, обычно оказывались в местах настолько странных, что их владельцы буквально падали в обморок, когда слышали об этом. Мира ни канкин саре, Химмингай-но-доко-ка-ни-аме-то-натте-фури-сосогу-но-га-джо-то-де-атта-кара-да. В других случаях они были превращены в миру, которая затем буквально дождем лилась с небес в областях, которые в основном были населены теми, кому меньше, кому повезло не так сильно. Ну, то бишь, которые были не так богаты. Типа Робин Гуда, да, я так понимаю, типа от богатых к бедным. Дага, канчигай о штевай кенай.
Услышав это, кто-то может подумать, что он благородный вор, который забирает у богатых и отдает бедным. Но, судя по всему, это не так. Но не делать ошибок, правда, не так проста. Жена маркиза, которая до этого упоминалась, это отличный пример. В момент, когда пишется этот отчет, прошло уже чуть больше полугода с тех пор, как Элопин. Вообще, Элопин, что значит-то хоть? Я, наверное, не так тайное бегство имело место быть. С тех пор она остается неизвестно где. Многие из украденных им вещей могут вернуться на глаза публики в некотором роде, но не все. Между его эксцентричной техникой исполнения и странным поведением касательно объектов, которые он крадет, может показаться, что акты воровства — это чисто показуха и не более того. Может, это показуха или нет? Прихоть, блажь, да, капризы. 一見気まぐれな犯行にも見えるが、怪盗Bが標的とした物品を眺めていくと、そこには一つの共通した思想が見えてくる。 Если изучить общую картину и рассмотреть объекты, конечно же, людей, которые участвуют в этой игре, вы начнете видеть, что у всех у них есть одна общая вещь, одна общая черта. Например, к примеру, возьмите произведения искусства, украденные из Имперской галереи искусств. Каждый из них была работой истинного гения, нарисованная мастером своего ремесла. Но они получили репутацию того, что они являются слишком сложными для целевой аудитории таких работ, а именно благородных людей, ну, как дворянство, и были постыдно спрятаны вместо того, чтобы их показали публике. Тоже можно сказать и про кристаллы Септи, известные за свою непревзойденную красоту. После того, как его схватили на таможне, он был запечатан на складе и обречен вечно на вечное заточение там, и таким образом его человеческие глаза никогда бы не смогли любоваться им вновь. 帝国軍の新型戦車も高い機能性を誇りながら開発を打ち切られ、 И танк, впрочем, тоже хороший пример, так как это была многообещающая разработка, которую просто резко остановили. И вместо того, чтобы его могли использовать, он просто собирал пыль. И более того, случай с женой маркиза даже содержит некоторые удивительные сходства. Несмотря на то, что он женился на ней, большую часть его внимания посвящал его наложницам и едва ли проводил с ней время и думал о ней. О, дружок мой! Это не очень хорошо, а-та-та. В завершении мы можем видеть, что основным мотивом в его действиях было найти объекты прекрасного, которые были покинуты этим миром, и освободить их от их глупых владельцев. そんな理念が怪盗Bの脳裏にあったことは疑いない. Неважно, как мир посмотрит на его преступление, мотив его очевиден. Бино кайхо. Истина в том, что... That is evident in the cards he leaves before committing his crime.
Правда, за этим, очевидно, скрывается в картах, которые он оставляет, прежде чем совершить собственные преступления. Это так называемое освобождение красоты, упомянутое в каждом из них. Потом вор Б крадет не ради денег, но ради идеала, который он верит. Осураку, камен ни каксарета каре но шоутай ва сонна докузи но бигак но нака ни хисонде иру но дароу. И этот является тем фактом, в который мы, как мы верим, являются зацепками на пути к раскрытию его истинной личности. Кайто Б но шоутай については既にいくつか説が上がっているが。Как бесит ошибка номер 2000. Да, Лерок, согласен с тобой. Добрый вечер. Меня бесит, но тоже постоянно вылезает. Это Twitch дурит. Да, к сожалению. Valid. А, да. Число... небольшое число... надежных теорий... было предоставлено, чтобы узнать, кто же скрывается за маской известного вора. 残念ながら数ばかりがむやみに多く、どれも決定的と言えないのが実情である。К сожалению, всем им не хватает какого-то подтверждения, несмотря на то, что их очень много. И именно поэтому невозможно сказать, какая же из них на самом деле верна. あげく最近では自らが回答 B だと名乗り出て、むざむざ捕まるという水狂な偽物まで現れる始末だ。И чтобы усложнить это все, мы теперь даже... У нас теперь даже есть некоторые индивиды, которые объявляют о себе, притворяясь им. И даже попадаются блюстителям закона, чтобы их поймали. Да. Как и те, それらが一律に信憑性がないわけでもない。Впрочем, стоит отметить, что ни одна из теорий, которые данные циркулируют в мире, не являются убедительными. ここで最近巷などで特に噂されている3つの説について紹介しよう。Здесь мы представим вам три таких теории, которые развивают значимое, которые имеют значительное развитие, и может быть, так окажется, что они не так уж и далеки от правды. Кейс 1. 恋多き詐欺師 X。 Теория первая. Влюбленный художник Он X. Или 10, может быть. 経歴. Личная история X-а. X は身分詐称を繰り返し、貴族階級の令嬢たちとの恋愛を謳歌した希代の詐欺師として知られる男である。X известен за свои особые, за свои выдающиеся умения в качестве con artist. А как мошенник это является, ага. Подделывая собственную личность, чтобы заключить романтические отношения с множеством благородных женщин. Соно каодачи ва сюрэй де, тайхэн прайдо но такай джинбуцу датта тою. Он был столь же привлекателен, как и способен, и он был особенно горд по своей природе. 温暖な南方の貧しい家庭に生まれた X は、小遣い稼ぎのため、幼い頃から常習的に盗みを繰り返してきたそうだ。Рожденный в бедной семье на умеренном юге, он привык к воровству, чтобы свести концы с концами с юных лет. 証言元である当時の仲間によると、X は盗みに関して捕まったことが一度としてないらしい。Согласно свидетелям его компаньонов в те годы, его никогда не ловили на своем воровстве. X が詐欺師となったきっかけは、明らかに身分の異なる麗しの令嬢に恋をしたことにあった。Причина, по которой X превратился из обычного вора в полноправного мошенника, развелась из того, что он влюбился в одну из благородных женщин, которая стояла куда выше него. X の国では当時、貴族による支配が絶対的であり、身分違いの恋愛など不可能に等しく。Выше него на социальной лестнице, да. Правила аристократов были абсолютны в той стране, которую называл своим домом, и благословленные романтикой между этими двумя и
романтика между, ну, и романы между этими двумя разными классами были просто немыслимы. 彼は自らの身分を偽る考えに行き着いたのだ。И замыслив это, он решил создать поддельную личность, чтобы его мечта могла исполниться. かくして身分詐称に手を染めた X は、他にも様々な禁断の恋を謳歌したという。Следуя его первым успехам, он смог сделать множество других случаев, совершая одно запрещенное случай за другим, создавая, может быть, один запрещенный случай за другим. そして、10年前に経歴詐称の容疑で捕まり、その後、奇跡の脱獄を果たしてから、彼の行方は一切不明となっている。Его арестовали примерно 10 лет назад за то, что он вел себя как поддельная личность, но он совершил чудесный побег из тюрьмы, и с тех пор его местоположение является неизвестным. 10 лет назад, времена Столетней войны, и он при этом является инфорсером номер 10. Не уверен, что это подходит, ну ладно. Косац. Мысли. Хируинаки нусуми но техник. Равно как Пирлос. Несравненные умения X в качестве вора. そして貴族令嬢との禁断の恋. Его интерес в запретной любви с благородными дамами. どちらも回答 B を匂わせるキーワードだ. Звучат удивительно похоже на то, что мы знаем как фантомного вора B.そして特筆すべきは、X が彼女たちの家の財産などに全く興味を示さなかった点である。Также стоит отметить, что несмотря на использование его способностей обмана двора тех, кто обладает богатствами, он проявлял абсолютно нулевой интерес к их богатствам. X は彼女たちと付き合うことで金銭的な利益を上げたことは一切なかったのだ。Стоит отметить, что он не получал никакой финансовой выгоды от его действий. 身分というつまらないものによって恋を謳歌できぬことを憂いた X. Вместо этого он просто lamented. Он просто оплакивал то, что он не может прибрать их к рукам, просто потому что просто из-за того, что у него слишком низкий социальный класс. そんな彼の考えは、回答 B が唱える美の基準にどこか通じるものがあるようにも思える。Мы подозреваем, что это отношение имеет очень сильное сходство с собственными взглядами вора на красоту. Но слишком мало зацепок, как по мне. Не слишком правдивая теория. Впрочем, кто знает. Кейс 2. 悲劇の画家 Y. Теория 2. Трагичный артист Y. 経歴. Личная история Y. Y は悲劇の画家として知られる男である。Y был художником с довольно трагичной историей. 北方の中流家庭に生まれた Y は、ある有力貴族のお抱え画家として迎えられ、数多くの名作を世に送り出した。Рожденный в семье помещика на севере, он был нанят влиятельным аристократом, чтобы он мог быть личным художником, производя множество ошеломляющих работ. 後になって分かったことだが、この時 Y は多くの贋作をも世に送り出したそうだ。Впрочем, позже обнаружилось... Момент. Впрочем, позже обнаружилось, что это было не единственное, что он производил. Наоборот, он также был ответственен за несколько актов подделок. 当時、その貴族は Y に贋作を書かせることで、不当な利益を貪っていたとのことである。Тот, кто нанял его, кажется, намеревался получить прибыль не самыми честными способами, с помощью его работ. Поэтому он создал подобные подделки под его благородными наставлениями. Дага. ある時 Y は突然その貴族の元を去る。Pansies!
Told you I could handle this. Нас атакует Яр с рейдом 128 зрителей. Добро пожаловать на стрим, дорогие зрители. Спасибо Яру, спасибо большое. Добро пожаловать. Впрочем, однажды Игрик покинул свое служение благородным людям. Причина остается неизвестной. И вот отсюда начинается трагедия. Downwind, Gear of Darkness, Яр, добро пожаловать, рад вас видеть. Располагайтесь. Мгновенно после того, как он... В тот же момент, когда он покинул своего клиента... В данный момент мы страдаем от большого количества перевода и текста, да. О, до этого у нас были страдания в босс-файтах, но на сегодня с босс-файтами мы закончили. Но босс-файты были очень жесткие, к слову говоря, реально. С одного я даже сгорел, причем жестко так сгорел. Не часто это можно видеть, на самом деле, с говорящего сервала, но тем не менее. Ирик получил ужасные новости. Его любимая, дочь уважаемой семьи, была убита в ДТП. Сёкуа найга. Мусуме но си ни кизоку га какаватте но дева найка туюкото га уваса сарете иру. Хоть и нет достаточного доказательства, есть слухи, которые говорят о том, что та благородная семья имела отношение к ее смерти. Коибито га немуру бочи де но мокугеки о сайго ни вай но шоусоку га тогире каре ва ико хигеки но гака тоште катарарере ёу ни нару. Ирика заметили лишь однажды на могиле его возлюбленной, прежде чем исчез от взгляда общественности. Те же, кто знали его историю, для тех, кто знал его историю, он стал известен как поистине трагичный художник. Состе сю нэн го, нанимоноко ниотте кизоку га зансацу саре, коно джикен ва овари о мукаэру но де ару. Некоторыми годами позже дворянин был убит. Коусацу. Мысли. Вай ни мацуару джикен ва имада назо га оку, самазама на суисоку о мотте катарарере кото га, кайто о но шоутайсетсу но хитоцу тоште фужоу шита риюу дароу. 156 зрителей, господи! Только что 6 было! Свят, свят, свят! История Игрика, впрочем, все еще содержит некоторые неразгаданные тайны, окружающие его, и получили много спекуляций, как касательно того, как он связан с этой теорией, а также с тем, что фантомный вор Б может быть одним и тем же лицом с ним. Куайте, коно кейсу нива гутайтекина каннен га хитоцу ару. Естественно, это не единственная причина. Соре ва кайтоу Би га токи ни гансаку о ицуари но би тоште коно ё кара хоумури сару кото га ару тоюкото да. Фантомный вор Б также был известен временами за то, что он пытался избавиться от подделок, веруя в то, что это поддельная красота. Цумари, коно кои ва вай тоште мизукара га тегакета гансаку о кесу таме. Да я верю, Яр, ничего страшного. В любом случае, спасибо. Это также привело к тому, что многие верят в то, что фантомный вор Б... может избавлять мир от подделок, которые он сам создал. А, ну, допустим. Нао. Дисайни Кайто Би га хоумутта Синано руто о сагутта сай. Соре га Вай но гансаку де атта котому ханмэй штейру. Дальнейшая возможность доверять этой теории состоит в том, что... Forgeries... Что фальсификации, раскрытые фантомным вором Б, определенно были работами Игрика. Интересно. Кейс-сан. Каренару бюджетска, Зетто. Третья теория. Искусный... Да, как это называется, господи. Искусный боец Z. Кейреки. Персональная история Z. Сайго ни шоукайсеру Z-то ва, коре маде то ва скоси кейро но чигау. Ию нареба, чинсетс дароу. История Z значительно отличается от остальных двух потенциальных кандидатов, которых мы обозначили выше, делая ее необычной, но все еще убедительной и вполне возможной. Z-то ва харука тоухоу но чи.
由緒ある武家の名門に生まれた男だ。Зад был рожден далеко на востоке сыном известного из сыном в известной военной семье. 容姿端麗にして華奢な体つきなのだが、それをものともせぬ天賦の才能持ち主として有名を欲しいままにした希代の武術家である。Был привлекательным, деликатно деликатно сложенным молодым человеком, но он был куда более искусен также и в боевых искусствах, чем могло позволить его предполагаемое телосложение. Из-за чего предполагали, что его, что он был благословлен натуральным талантом. Мирыч Орли, добрый вечер, рад тебя видеть. 合わせて頭脳明晰でやや自己陶酔の気性を備えた人物であったと言われている。Он также известен за то, что обладает особенным острым умом, и что вокруг него есть некая аура arrogance, высокомерия, да. Ну, кстати, да, ему это вроде идет. Егора, сайно, ёши. Зед был благословен практически в каждом... каждым способом. Он происходил из важной семьи, у него были умения, у него были взгляды. Соно свете ни мегумарета Зетто ва йононака ни тайкуцу о канджитей та тою. И в результате ему было просто скучно смотреть на мир вокруг него. Соште соно омой ва гучи тоште таби-таби шуи ни буцкерарете та сода. И едва ли он держал эти мысли в себе. Фактически он часто озвучивал его жалобы любому, кто готов был выслушать его. Состе ар-токи, соно юксаки о даре ни мо цугезу, каки-оки мо нокосазу ни, коцзен то сугата о кеште шимау но да. Корейский, китайский, тайский, японский, все они на одно лицо, действительно. Хотя все-таки китайский я на слух могу отличить от того же японского или корейского, но тем не менее. Когда однажды эти жалобы накопились, он просто исчез, никому не сказав ни слова, куда он ушел, и не оставив никаких предположений по поводу его следующей цели. 考察. Мысли. これは天才ゆえの気候と考える説だ. По большей части эта история основана на идее того, что гении являются эксцентричными по своей натуре. なお, Z が使う技の動きと回答 B が使う怪しい記述に一致点があるとの証言もあるが、есть также те, кто говорят, что стиль сражения Z имеет некие схожести с особенными умениями, которые использует фантомный вор Б. Марионетки? 信憑性という点において、他の数ある壁説と大した違いはないだろう。Но с точки зрения правдивости, эта теория едва ли может надеяться на какие-то другие необычные предположения, которые могли быть похожими. Дага, ано камен но шита ни тоухоукей но джинбуц га какурете иру то суру кангае джитай га хижоуни омошироку. Араюру соузоу какитатасете курэру. Впрочем, идея того, что этот человек под маской является кем-то с востока, определенно интересна и удивительна. И приводит к тому, что многие жаждут, чтобы это было правдой, даже если они на самом деле сомневаются в этом. 以上、それぞれ方向性の異なる3つの説を挙げた。Это подводит черту под нашими тремя очень разными теориями. X が、Y が、そして Z が B になったのか。Могут ли X, Y или Z быть истинной личностью нашего известного фантомного вора? はたまたそれらとも違う。A なる人物が存在するのか。Или же истина совершенно в чем-то другом. 回答 B 本人の口から真実を聞く以外に、それを確かめる手段はないだろう。Единственный способ, который мы узнаем это наверняка, это узнать это от самого этого человека. もっとも、彼の口から流れ出る真実を真実として受け入れられるのであればだが。Так, классно, маленькая горящая голова в углу сидит. Это я еще фильтр не ставил.Конечно, можем ли мы доверять этому или нет, мы узнаем в следующий раз. Цуйки. По скрипту. Коно кижи га секен но ме ни фурета ато,
回答 B からと思われる1枚のカードが当社に届いた。Конечно, одновременно, Яра, это же двойное удовольствие. Как можно смотреть тебя и хентай не одновременно? Это же великолепно, по-моему. После того, как эта статья была впервые опубликована, мы получили карту, которая якобы принадлежит фантомному вору Б. И мы получили, она оказалась в этом офисе. Вот какое было содержание карты. Шокунは сдени вага шоутай о ширери. Вага сузи га 真実を指し示す。Истина моей личности уже находится в вашем ведении. Мой номер все вам расскажет. Enforcer номер 10, Enforcer X. Значит, это теория первая касательно X, который является человеком низкого происхождения, который стал искусным притворщиком. Ну, понятно. この文書によれば、我々はすでに回答 B の正体を掴んでいることになるが。Судя по всему, мы можем верить, что одна из трех теорий, которую мы представили, освещает истинную личность фантомного вора Б. 残念ながら、現時点で本誌が用いる情報からは判断がつかない。А это значит, что раскрытие значения этих слов должно быть тем еще заданием. 果たしてこの問いに答えを見出せる者はいるだろうか? Сможет ли какой-то ценный читатель сделать шаг вперед и решить то, что не смогли мы? Покажет лишь время. Но это было несложно, да. Значит, теория X про искусственного притворщика низкого происхождения. Окей, ну в принципе она действительно была наиболее, как говорится, plausible, действительно. Плащ фантомного вора и 10 тысяч мира. Окей. Плащ фантомного вора. Что он дает? Давайте посмотрим. Drop rate up. Окей, неплохо. То есть это повышает шанс дропа. То есть получается у нас есть, по сути, для охоты на вещи у нас есть Divine Eye. Fortune. Вот он, да. Саппорт Джазетты. Вот он, да. Да, вот он. И плащ фантомного вора. Сверху можно еще камень счастья надеть для дополнительного сепета. И вообще можно фармить как не в себя. Только вопрос, зачем, если у меня сепета просто девать некуда. А всю экипировку, которую я уже добыл, у меня так она уже есть, и добывать что-то лишнее я не намерен. Ладно, так или иначе, я так понимаю, что на этом наше похождение по дверям на данный момент закончено, дорогие зрители. Нам остается лишь разобраться с крепостью Лейстон из Фантазмы. Но о том, как мы это сделаем, мы с вами узнаем в следующей серии. А пока что будем прощаться. Большое спасибо за ваше внимание, уважаемые зрители. До новых встреч, в новых сериях Shadow of the Sky, The Third. Увидимся.